Президент Татарстана Рустам Миниханов встретился накануне с главой российского представительства ХАЭР Людмилой Романовой. Как сообщает пресс-служба руководителя республики, кроме развития индустриального парка китайской компании в Набережных Челнах, предметом обсуждения стало строительство объектов социальной сферы для работников предприятия, а также развитие технологий цифрового производства. Напомню, в будущем году в Челнах планируется завершить строительство нового завода ХАЭР по производству смарт-телевизоров и склада готовой продукции.